А это вот Петька. Вот это Степа. А вот и девочка. А трехлетний олень Пыжик. Он. Это Бэмби. Все. А Бэмби их когда называют? Когда они сразу нет, это да, имя мать? Просто. Просто имя. Это просто имя. Вот двухлетний, это полтора годовалый. Вот двухлетний олень. Вот у этого есть рога, у Саши. А вот у Антона рогов нету. Хотя это... Да. Да. Это индивидуально. А вы рассказали, что у них все-таки ответвление каждый раз все больше? Нет, в идеальном случае, и это не совпадает с природой. Вот там олень, папа ихний, самец, в отдельном вольере, вот, вот там, может, видели уже. А у него 4 ответвления ярких, но ему 7-8 лет. Поэтому реально совпадений нет. Ну, так считается, что каждый год новое ответвление. Вот. Но это... Они отпадают и... Петя. Да, да, уже с новым явлением. Для лебедей это... Ну, проходить, зачем? Петька, воруешь? Вот, он у него первые рожки. Ему еще годика нет, а рожки начали расти. Но это тоже удивительно. Да, это уникальный вот олень. Такой, вот, такого еще не было у меня. Вот, рога растут обычно со второго года, а у этого с первого года. Ну, это так вот, маленькие рожки. Что будет у него второй год, непонятно.